Ты смотришь на ребят, которые вроде бы по своему возрасту, внешнему виду не застали Советский Союз, а тем не менее настолько отчетливо воспроизводят вот эту модель поведения, что ты думаешь, где же ты этого набрался, где же ты этому нахватался. Я так понимаю, что, наверное, еще должно, наверное, какое-то поколение как-то вырасти, умереть, и только после этого, ну хотя видите, фильмы все равно останутся, книжки останутся, вот эта фраза «в очередь сукины дети», она, наверное, тоже будет долго выживаться. Поэтому, конечно, ошибки найма, да, то есть надо при приеме на работу, если мы говорим, что бизнес занимается сервисом, а сейчас практически все бизнесы занимаются сервисом, нужно очень тщательно отбирать людей именно с точки зрения их будущей клиенториентированности. Потому что если человек, ну, вырос в такой среде, да, то есть там воспитывался в такой среде, видел такие примеры в своей жизни, то его лечить, ну, очень сложно, очень дорого и очень долго, а времени всегда не хватает, поэтому проще взять какого-то человека с нуля, научить ему, как правильно себя вести, и вперед.